Традиционно в Артемовском городском округе, служившие в рядах армии СССР и России, собираются у мемориалов, которые расположены в центре города и некоторых поселковых образованиях. Среди них есть представители разных родов войск, которые поддерживают друг друга, поскольку именно взаимная поддержка позволила обеспечить победу в самых непростых ситуациях. Но при первой атаке противника рубеж – пограничники, которые принимают основной удар. Их чествовали во время праздника, который собирает у символического столба тех, кто стоял на границе Родины. От имени администрации, от себя лично, разрешите вас поздравить со 103-й годовщиной пограничных войск. Мы знаем, как тяжело, как трудно иногда проходили наряды, будни по охране нашей границы. Мы помним из истории, как пограничники пришли первые на защиту нашей Родины в 1941 году. Вы выполнили свой долг, вы защитили нашу страну. Вы первые, кто встает на защиту огромной, любимой России. Честь и хвала пограничных войск! С праздником, уважаемые ветераны пограничных войск! Ура! Слышишь, на дворе детвора чирикает, все бы хорошо, да язык чужой. А с утра сердечко, как мина, тикает. С первою листвой до завтра в первый бой. Мамочка снится, просит нас помолиться, а в руках патина медаль, от слез промокшая шаль. Ночь, черная птица, перед боем не спится, остается молиться, прости, прощай. Артемовский, хоть и не получил высокое звание города боевой славы, воспитал и вырастил множество достойных сыновей, которые не раз грудью вставали на пути агрессоров, жертвовали жизнью, но не пропустили врага. Спасибо, что в Артемовске есть такой союз ветеранов погранвойск, который своей работой, своим примером оказывает помощь. Проведение воспитательной работы среди молодежи, школьников, участия колледжа. Я рад, что на Артемовской земле существуют такие традиции. Поздравляю вас с 103-й годовщиной. Желаю вам, прежде всего, в наше нелегкое время здоровья. Здоровья и еще раз здоровья. Чтобы не болели ни вы, ни ваши родственники. Чтобы традиции передавались молодому поколению. И мы уже в ваших рядах уже замечали новых, то есть пограничников нового строя, контрактников, которые сейчас служат на территории наших вооруженных сил. Поздравляю вас, желаю, чтобы вы всегда были дружны, чтобы эти традиции сохранялись, и чтобы вы всегда радовали жителей Артемовска. Нужно отметить, что праздник заслуженно отмечали и моряки-пограничники, и те, кто служил в связке с передним краем обороны нашей страны. Именно они составили тот барьер, который не позволил враждебным силам в самые тяжелые годы сохранить наш суверенитет и миллионы жизней в разное время.